вызываю всех. Это Ромео 595. Требую выслать отряды для дегазации и медицинской эвакуации. 5-9-5, на связи Оверлорд. Никак нет, все американские войска в Париже ведут бои. Отберите гражданских и двигайтесь вместе с командой с наветренной стороны шлейфа. Зона все еще заражена после химической атаки. Маски не снимай. Так, мы уже в пути. Ясно. Встречу вас в зоне высадки через час. Удачи. Металл 01. Войска Гиг нагружены в ресторане «Пандор». Немедленно отправляйтесь туда. Это наш единственный шанс найти Макарова. Оки-доки! 5-9-5. Похоже, им крепко досталось. Сплошная серень в отряде. Сегодня салак уже нет! У Гиган большие потери. Долго они не продержатся. Поторопитесь, если хотите успеть. Соедини меня с ними! Это Сейбер! Но долго еще! Готовность 3 минуты! Главное, следите за периметром! Мы почти на месте! Пожалуйста, поторопитесь! Пошли! Сюда, живо! Нас обнаружили! Здание через дорогу! Идем в открытую! Вниз по лестнице! Thank you.
никем не стреляйте, мы движемся к вам! Вас понял! Нерды, мы рады вас видеть! Сюда, торопитесь! Это Гиган! Давайте, давайте! Это все? Торопитесь, давайте! Доложите обстановку! Семеро боеспособных! Где Волк? Русские провели химическую атаку с подземной базы. Мы полагаем, что Волк все еще там. Прикрываем тыл, ведите! Оверлорд, это Металл 01, мы соединились, движемся к местоположению цели! Стреляем!
место! Вход прямо по курсу. Металл 01, у меня топливо на исходе. Требуется 10 минут на заправку и перезарядку. Отбой. Вас понял! Спасибо за помощь, Вархаммер! Вот он, вход в катакомбы! Максимальная маскировка, только один фонарик. Вас понял. За мной, не расходитесь. Металл 01, ваша позиция установлена при помощи устройства отслеживания союзных войск. Мы в катакомбах, движемся к предполагаемому расположению цели. Принято, 01. К вам направляется отряд быстрого реагирования. Обозначьте маршрут фаерами, чтобы помочь им найти вас. 01, принял, отбой. Воняет просто чудовищно. Но от этого хоть не помрешь. Все чисто. Вперед. Где остальные французы? Прошлой ночью наши казармы в Сатари подверглись химической атаке. Почти все мои солдаты погибли на месте. У меня в Сатори был друг. Сочувствую. Вот почему Волк должен поплатиться за все, что он сделал. Но он заплатит, босс. Я прослежу. Будьте начеку. Сюда. Подходим к предполагаемому положению цели. 100 метров. Быстрее!
надо спешить! Цель уходит! Продолжай стрелять! Приз наш, мы взяли волка. Так ведь, сукин ты сын? Ведите его на допрос. Мы вытрясем из него все, что он знает про Макарова. Драк, мы взяли волка. Мы уже в пути. Принято, Раптор-2 отправляется.